А какого у вас сейчас счет? Подожди. Здравствуйте, с вами Цердум. Сейчас расскажу вам, как выбрать для вашего будущего компьютера видеокарту. Ссылки на часть других комплектующих есть в описании. Итак, выбор видеокарты без лишней мороки состоит всего из двух этапов. На первом этапе вы просто умножаете стоимость выбранного вами ранее нового процессора на 2, и в результате получаете ориентировочную стоимость необходимой вам видеокарты. Затем делаете выборку в понравившихся вам интернет-магазинах по диапазону цен, которые, если хочется сэкономить, можно сделать с небольшим минусом в 20% от полученного вами значения или с таким же небольшим плюсом, если есть возможность не экономить. На втором этапе просто выбираете пару-тройку вариантов из полученной вами на первом этапе выборки и смотрите на них видеообзоры в интернете, чтобы отобрать самую оптимальную по балансу цена-качество. В моем случае к моему процессору Intel Core i7-8700K Coffee Lake я выбрал вот такую видеокарту Asus GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming. На этом все. В следующем видео я расскажу вам безумно деталей, как выбрать оптический привод. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч. Тут близко, по-моему, есть, да.